Приветствую вас, дорогие мои зрители. Давайте посмотрим, какие новинки появились в магазине «Светофор». Средство для прочистки канализационных труб, цена 80-50, объем 1000 мл. Результат за 15 минут, безопасно для труб. Садовая сетка квадратная, 1 на 10 метров, цвет зеленый, пластиковая, подходит для ограждения, для вольеры, для мелких животных. В общем, такая универсальная. Крем для рук Маруся 200 мл, цена 36,90, производство Россия, для всех типов кожи. Смягчает кожу рук и укрепляет ногти. Крем чистящий универсальный 500 мл, цена 35,90. Производство Россия. Чистит и не царапает. Гель для бритья. Идеальное скольжение для чувствительной кожи. Цена 98,90. Пеленки впитывающие одноразовые 40 на 60, 30 штук. Защищают от протекания, нежные как хлопок, универсальны в использовании. Леон кондиционер для белья «Скандинавская весна». Объем 4 литра. Суперконцентрат. Антифриз трассы 5 кг, цена 245,90. Охлаждающая жидкость минус 40 градусов. Салфетка Еврогарант из синтетической замши тубус 47,90. Салатник с гравировкой 800 мл, цена 57,90. Производство Россия. Ящик для инструментов, цена 541,90. Большой такой объемный ящик, пластиковый. Замки выполнены из нержавеющей стали. Такой вот внутри одно большое отделение. И вот сверху еще таким с двух сторон отделение под крышками. Контейнер с дозатором, крышка с защелкой 1 литр, набор 3 штуки. Цена 111 рублей. Очень удобная крышка. Поднос 35 на 47 сантиметров в ассортименте. Цена 79,90. Производство Россия. Таз 25 литров. Цена 104,90. Производство Россия. Хороший такой объемный таз. Таз круглый 10 литров. Цена 41,90. Несколько вариантов расцветок таких тазов. Ведро 10 литров. 48,90. Ведро 6 литров со сливом.
цена 34,90. Что-то не поняла я только, какой слив где. Ведро люкс 12 литров. Тоже такое хорошее объемное ведро. Несколько вариантов расцветок. Набор досок 57,90 пластиковые. Горшок для цветов 4 литра 20 сантиметров, цена 121,50. Хорошо смотрится горшок, такой аккуратный. Горшок для цветов 1,6 литров. Диаметр 16 сантиметров. Тоже хороший горшок, мне понравился. Ванильный сахар 50 грамм. Цена 5,10. Тоже товар к Пасхе, я так понимаю, начинается. Потихоньку начали завозить. Мак 60 грамм, 35 рублей. Перец душистый горошек, 30 грамм, 12,10. Приправа для блюд. Для моркови кореец, по-корейски, 50 грамм. Цена 4,70. Смесь трапезы на второй в ассортименте. Цена 20,50. Спагетти с соусом, чихагбили. Сочная свинина с чесноком и пряностями. Сочные ребрышки в гранатовом медовом соусе с травами. Посыпка кондитерская в ассортименте. 30 грамм, 13,90. Пасхальная декоративная термоупаковка. Цена 5,20. Жидкий краситель для яиц. Перламутровый. Лимонная кислота 75 грамм, цена 9,50. Укроп 10 грамм. Зелень сушеная, перец черный горошек 30 грамм. Лапша домашняя в ассортименте 450 грамм, цена 49,90. Производство Россия. Лапша домашняя по-деревенски. Макароны Рахимов 750 грамм в ассортименте. Тут и ракушки, и вот такие вот питые макароны. Распродажа конфеты трюфель 136 грамм. Злаковый батончик в ассортименте, в упаковке 6 штук, мини-шоу-бокс, карамель, клубника, шоколад, цена 68,90. Горбуша натуральная 240 грамм, цена 53 рубля. Ноябрь 2018 года. Выпущено. Иваси 52,90, натуральное с добавлением масла. Сайра 250 грамм, цена 54 рубля. Сайра тихоокеанская, натуральная.
изготовлена в России. Зонт три сложения, автомат, цена 285,90, производство Китай. И вот такие вот расцветки представлены в магазине. Клей ПВА 900 грамм, ведро строительно-бытовой, для ремесла и творчества, для ремонта и декора. На этом я заканчиваю обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачных покупок и пока-пока, до новых встреч!